С вами канал Улицы Москвы. Мы находимся в районе Западное Бирюлево. И сейчас пройдемся по Харьковской улице в сторону обратную от железной дороги. То есть в западном, примерно в западном направлении. Так. Здесь далековато тротуарчик проезжей части. Это остановочка, по ней можно доехать до станции метро Пражская. Ну, это основная станция метро, которой пользуются жители Западного Бирюлёва. А здесь есть тропиночка. Прямо по центру кадра видите вот эти дома. Это уже Южное Чертаново. Оно располагается за железнодорожной станцией Красный Строитель. Там дома по газопроводу. Левее дом по Варшавскому шоссе 141. Отсюда его тоже неплохо видно. Но до станции Красный Строитель там еще будет промзоны. Туда некоторые отчаянные ходят пешком. На транспорте к станции Красный Строитель со стороны Бирюлёва подъехать нельзя. Так, что-то надо было перейти, наверное. Сейчас посмотрю, что там с светофором. Вот люди переходят. Сейчас в следующем выпуске тогда прогуляемся здесь вот по Востряковскому проезду, который как раз вот и разделяет промзону от жилой застройки Западного Бирюлёва. Вот мы сделали кружочек. Вот как раз этот указатель
район Бирюлево-Западный, вот как раз выпуск по Харьковскому проезду мы начинали отсюда.